Здравствуйте, с вами «Русский охотничий журнал». Здравствуйте. Итак, с вами «Русский охотничий журнал». Я его главный редактор Михаил Кречмар. Я уже вам, наверное, надоел. Ну, ладно, терпите. И друг нашего журнала, постоянный автор Илья Куликов, большой самодельщик, стрелок и любитель пострелять. Сегодня мы стреляем из уже проверенных нами карабинов Сайга 308 с длиной ствола сколько? 415 миллиметров. И с карабином Союз ТМ с длиной ствола 18 дюймов. Сами посчитайте, я не помню, сколько сантиметров. Самое главное, мы попробуем пострелять вот этими патронами от компании Техкрим с пулей Купра. Это тяжелая пуля весом 12,8 грамм. Обычно 308 патрон такими пулями не стреляет или стреляет плохо. А мы сейчас попробуем в этом убедиться или опровергнуть. Я думаю, подтвердим. Или подтвердим. Да. Я уже вижу, куча лютая. Просто лютая куча. Все. Все ладонью закрывается. Так. Все попадания. Вторую мишень тут. Я вообще боялся, что полетит утюгами, честно говоря. Вообще не похоже. Но да. Даже вообще очень не даже. Вообще не похоже. Ну, первые вот сюда улетели почему-то у меня. Я их даже видел. Видимо, еще там это вкладка. Фиг ли, стреляешь-то там раз в несколько недель. Сантиметров 16 максимум. Да даже меньше. Да меньше. Меньше, 15-14 где-то. А так, мы самый сейчас разлет будем мерить, придем, ну, да, со штангелем. Ну да. Так, ну что, пошли? А вот так вот, максимально, насколько пальцы могу козой раздвинуть. Ну ладно, попробую теперь я. Пуля тяжелая, а твист у меня десятка. Может быть, оно как-то и получше будет. Это тут, конечно, да. Это ты учудил. У тебя два отрыва, всего. Я стреляю? Куда же я попадаю? Да. Ну, собственно говоря, это и есть работа твиста. 12 дюймов здесь и 10 дюймов здесь. У меня так, честно говоря, и самосборные-то не стреляли. Ну, это, конечно... Я зря принес сюда рулет. Все в яблоко. 10 патронов. 10, да. 55 миллиметров это по самым дальним дистанциям. Да. А если вот так, то вообще-то, ребята, 3 сантиметра, положенные 3 сантиметра тебе нам, в общем-то. Да. Что-то патрон удивил. Ну, меня он не удивил на моей-то, потому что, ну, что у меня, для тяжелой пули у меня не полетят на таком твисте, это сразу было понятно. А у тебя прям оптимальный твист-то. Да. Для таких-то патрончиков-то. Да, стоит задуматься о тяжелых пулях. А ну, стоит, конечно, задуматься, только FMG-шки. Ну, вот эти FMG-то, которые вот эти продают техримские, они 11,7. То есть они на грамм легче. Эти 12,8 на 1,1 полегче. Ну там они с прогнозируемым раскрытием вроде как. Слушайте, а давайте-ка мы сейчас померяем скорость. Тем более, что солнце вышло из-за туч. Да.
Это реально цирк, пиздец, насажал 10 штук в одну эту, блин, и два только так себе, да и то, наверное, порыв метра там что-то дунул. Или я сам сдернул, я сам не очень хорошо стреляю. Вот все, 665.